Владимир Данилин ежедневно зажигает миллионы огней в Самаре. Он трудится в ресурсоснабжающей организации. Чтобы и дальше освещать город, а также не потерять внутренний свет, Владимир решил подстраховаться и обезопасить себя. На предприятие приехала мобильная медицинская бригада, и Владимир прошел вакцинацию. Очень удобно, что на предприятии. Как бы не, без отрыва от работы, не надо в очереди стоять где-то в поликлинике. У меня вся семья, как бы родители, и тесть, теща, жена, все сделали. Ну и я сам болел, ну, в легкой форме в декабре 2020 года. Ну поэтому вроде полгода прошло, решил привиться, чтобы еще раз не заболеть. Вакцинация на территории организации проходит по тем же правилам, что и в поликлинике. При себе необходимо иметь 3 документа – паспорт, СНИЛС и полис. Пройти осмотр врача, и если нет противопоказаний, медсестра выездной бригады сделает инъекцию. Самая эффективная защита от коронавирусной инфекции – это у нас вакцинация. Вакцинация направлена на то, чтобы привить иммунитет человеку достаточно безопасным способом, не заражая человека. И сейчас происходит рост заболеваемости как в Самарской области, так и в России. Поэтому вакцинация у нас идет достаточно эффективно. На сегодняшний день более 923 тысяч жителей региона сделали первую прививку. Свыше 736 тысяч человек получили 2 компонента вакцины. Процедура вызвана выработать коллективный иммунитет, однако даже ее прохождение не освобождает от соблюдения элементарной профилактики. Необходимо использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и помнить о личной гигиене. Мария Левина, события.